знаешь, почему он в лесу был в коробочке? Это он дает понять, что нужно быстрее ремонт делать. Патрик, офигел что ли? Тебя здесь запустили под крышу. Эй! А он здесь нам устраивает. Он просто хочет помочь, видишь? Угу. У нас такой ливень там поливает. И он сюда забегает, мы разрешаем. Забегаем, что здесь он затоптано, в принципе, на яйцо не бегает. На яйцо дрыхнет весь день под кроватью. Что пусть здесь лежит пока. Пока будку не сделали. Будет уже потеплее погода. Разъяснится, да, сделаем будку ему. Угу. Поведется там. А это как понять? Что делать? Рушан, смотри, что он делает. Он грызет нам. Что он грызет? Ну, вот, посмотри. Патрик, ты что делаешь? Грызу, говорит. Сейчас кто-то по морде получит. Понял? Маленький еще не понимает. Ну-ка, вышел. А, вышел. Скажи, сейчас. Вышел. Вышел на улицу. Скажи, да ладно тебе, хозяин. Я больше так не буду, да? Блин, опять переодеваться. Зачем? Дождь закончился. А-а-а. Давай, переодевайся. Патрик. Рушан. Рушан. Он нам обои помогает обдирать. Патрик. Чтобы я тебя больше здесь не видел, ты меня понял? Понял? Все, иди отсюда. Иди отсюда, я тебе сказал. Кто это сделал? А? Кто это сделал? Так не надо бить по мордам. Кто это сделал? Будешь что делать? Не обижайте, пожалуйста. Смотри у меня. Где босые его галоши? Ты переоделся? Да, пошел я. Попробую поработать. Ну давай, дождь замучил. То начинается, то заканчивается. Уже определился бы. Все к чему, да? 5 минут полил сильный, да? Закончится, солнце светит. Патрик, будет плохо себя вести, я тебя читать научу и дам тебе книгу прочитать Федора Достоевского. Покажи, как книга называется. Все знают эту книгу. Идиот. Вот, если будет себя плохо вести, будет книгу читать. Как? Он же не умеет. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубокое впечатление в сердце врезалось ему. Нифига себе. Да, листы, а ведь садовый нож. Короче, я не знаю про чью книгу, я, честно, не читал ее. Часть первая. В конце ноября, вот теперь часов, 9 утра. На, Альби, почитай эту книжку, расскажи мне потом, о чем она. Ладно. Нэнси, расскажи нашим подписчикам новости. Покажи свои сиськи. Ну, кто-нибудь угадал, что за новость? Малыши у нас будут, да, мы пузатые. Какие мы пузатенькие малыши у нас скоро будут. Ты моя зайка. Когда у нас будут малыши? Скоро, да уж, скоро.
Чудо ты наше. Чудо, да? Нельзя их так вот трогать, щупать. Поглаживать можно потихонечку. Мы даже за девочками следим, чтобы они ее не дергали, не таскали. Мы теперь даже переживаем, она у нас на подоконник залезет. Мы ее уже спускаем сами с подоконником, что боимся, что упадет. Ударится, да? Уже за ней следим. Даже не купаем. Хотелось бы покупать, мы даже и не купаем, чтобы она стресс не получала. Ходит у нас такая по растеночкам, да? Зато счастливая. Так что поздравьте нас. Скоро у нас тут будет целый дом. Что мы делать будем? Нэнси, зато мамкой скоро станешь, да? А потом уже ее стерилизуем. Накопим денежек, да? И стерилизуем нашу Нэнси. Но один раз мамкой надо ей обладать. Побыть. Что ты говоришь? Все так, как мы хотели. Чтобы она родила котят, а потом уже стерилизовать. Угу. Мужики наши на рыбалке. Вернее, мои. Ну, Рушан с папой. У соседей веселуха. Да. Покормила их супом. Они ушли на рыбалку. Так. Иди поймай ее. Что у нее здесь? Не пойму. Ты что там? Что синца это? Поймала. Серьезно? Да. Это на фабрику, наверное, чит. Да. Типа мое. Это инстинкт или она голодная? Инстинкт. Жалко. Ну все, не мешайте, я пускаю на уши. Надо. Патрик. Все прыгает. Какая-то шторку. Угу. Короче, у нас здесь такое вот дело. У нас здесь котята, кошка на летней кухне. Вот посмотрите, обитает. Вот они котят, но они здесь все обсыкают. Дело так не пойдет. Мы сейчас их обратно в сарай, где они родились, переместим. И кошку отсюда тоже. Она здесь и птицу таскает, она здесь такое устроила. Жалко, конечно. Очень жалко. Но надо что-то для них придумать другое. Но не здесь. Потому что Рушан меня отругал. Потому что я здесь кошку подкармливала. Не надо, Рушан. Там Нэнси сидела. Запах останется потом. Да и в ложке тоже. Ой, что он там делает? Слышишь? Угу. Куда он залез? Куда я знаю? Походу вон туда, вот вовнутрь залез. Ага, это здесь. Там? Угу. Ой, малыш, сидит там беленький. Давай, не надо всех сразу, не унесешь. Давай сперва двоих, потом одного пойдем. Унесем. А ты что, мамань, будешь так здесь сидеть или пойдешь? Пойдем. Я что-то не пойму, они сами убегают или она их перетаскивает? Да сами убегают, конечно. Я не поверю, потому что Патрик бы их тут съел уже. Они тут носятся, блин, вовсю. Ну вот, вот сюда вот и положи их. Так. Агрессивно. Не сомневаюсь. Привет, монстр мой. Зайка, подожди. Ой, у нас здесь все завешено. Поймала его? Пойдем. Ой, маленький такой. Пойдем. Хватит. Будет тереться. А, там спокойно, смотри, далась, да? Да, конечно. Маленький то, да, так? Ага. Короче... Решили мы вот так вот будем пока закрывать дверь, чтобы она сюда не залазила. Патрик пошел вон отсюда. Посмотри, они там сидят, нет? Да. Ну вот, отлично. Угу. Все? Ну все, пусть сидят. Он говорит, оказывается, что там птенец остался. А я даже его не заметила. Так сказать, их ужин. Патрик, по-моему. А, он даже... А, ой, ужас какой-то.
Это не князь, а взрослый воробей. Вот, а я даже и не увидела его, так бы и оставила его там. Сейчас свет выключу здесь. Вот здесь свет у нас выключается. Надо же. Все, отдал ей, да? Ну, все, не надо. Подожди, подожди, за кем Патрик там гоняется? Вон там вот погнался только что. За ней. Как за ней? Она же только что здесь... А, только что здесь сидела. Я думала, она здесь есть. Рюкзак побежал Патрик. Она как сюда рванула, да? А ты что, собралась по ягоду? Да. Шапочка ты моя. Мусор так смешно. Мусор выбрасывать? Да. Проводить, да, тебя надо? Страшно. Рушанечка, ты можешь закрыть ворота на ночь? Закрывать надо как-то, да. Страшновато. А ты куда выкинула? Ты моя помощь. Кого? Это мусор. Коробку с мусором. А потом мы будем из коробки пакет все пересыпать, да? А почему они так не заберут? Нет, конечно. А мне кажется, заберут. Возьмут по коробку и бросят. Или не заберут. Мне кажется, заберут. А тебе как кажется? На коробку будут закидывать. Ну, не знаю. Умница, да? Ручки только помой, хорошо? Конечно. Умница, помощница она.